Это тогда с мужчинами надо встречаться. Ну, извиняй, как есть. Сейчас мы на ВКонтакте ответим сообщение. Там просто важно, там Артемий Троицкий пишет. В Твиттере, конечно. А что, Америка? Что, Америка? Америка Питер? Питер, конечно. Страна иммигрантов вообще. Страна, пошли туда. Так-то. Молнии без этого. Чего у нас там? Для Америки, короче. Тяжелая толя. Только
гитару. Нет, а то мы тут плохое спасли, понимаешь? А то парни приехали из Москвы, вас тут стул пыльнули. Пока играем, можете выпивать, у нас песня «Пьянка». Пойдет. А на самой-то застроена тут, нет? Или можно? Это панк-рок! Кто-нибудь вообще разбирается в этом? Извиняюсь, я попиваю все время воду. Да, если бы ты ходил на наши концерты, мы вот еще раз вспоминали. Вчера играли. Мы группа, которая играет каждый день. Заметьте, уже попал на этот концерт. Мы в пятницу, ой, в среду еще играем, кстати. Что? Просто все наши три фаната могут в три разных дня. Что сделать? А, да. Блин, брать меня, извини. Я не знаю, где я, я не знаю, где я.
чапу. За два дня оравший очень устал. Пойду поднищу. Я могу прорекламировать, что я подшит. Не пить круто. Нашим красивым девчонкам? Да, всем. Нашим девчонкам. Всем двух. Всем двух. На каждого. Образованные люди в этом зале. Кто назовет композитора этой мелодии? Я лично вообще не учился. Это Алексей Рыбников. Да, Шаинский. Шаинский, кстати, такой социальный идет. Как вы не тот карлик, вот с таким хуем. Он же женился на молодой. Он никак не может остановиться. Мы можем. Ура! Кто-то хочет.
У вас проводница не идиотка была? Если идиотка, то вам пить. Чуть зуб не выбил. Продолжая тему идиотических женщин. А что там? Мы же поколение Дмитров, нам не нужна любовь. Надеюсь, что вы не забудете позвать на свой концерт тоже как-нибудь. В тот раз просто, правда, я не смог. Лирическую.
Спасибо, братюня, сестрюня. Мы хотели сыграть одну новенькую, но мы решили сыграть чужую. Да давай новенькую! Да. Нет, давайте чужую. Нет, давай новенькую. Группа Химера. Воу! Есть квалифицированные специалисты. Потому что обычно пьяные дети. Мы сейчас будем закругляться, давайте напоследок сыграем то, что есть на ютубе. Король и Шут. Прощение, мы не готовили Король и Шут, правда. Летово, а получится. Блин. В этом клипе есть сиськи, еще не на ютубе. Надеюсь, вы тоже уступим место ребятам из группы Турбохой. Рады будем послушать. Спасибо. Думайте о нас во время мастурбации.